Всем привет! У меня сегодня видео в формате домашнего. Я немножко показала, какая у нас погода. У нас навалило столько снега. Вчера буквально все растаяло. Такие лужи стояли, но к вечеру уже похолодало. Я так думаю, да, что-то будет меняться. Погоду не смотрела. Ночью начал падать снег. И сейчас столько снега опять выпало. Вообще такая погода интересная. Пока мороза нет. Сейчас где-то минус 4, наверное, минус 3, вот так.
Ну, в общем-то, неплохая такая погода, что хочется пойти погулять, что я, наверное, и сделаю. Она завтра обещает до минус 12. Не знаю, будет такая минусовая температура или нет. Мы, честно говоря, уже от такой температуры отвыкли. Вот. Если такая температура будет, мы, наверное, завтра никуда гулять не пойдем. А если будет потеплее, то, конечно, пойдем кататься на санках обязательно с внуком. Это у нас любимое дело. Когда такая погода, потому что последние годы снега практически не было. Вот. И когда есть такая возможность, мы обязательно куда-нибудь или едем, или идем. Здесь есть тоже горки недалеко. В общем, катаемся, развлекаемся. Вот. Я сегодня, конечно, занимаюсь в основном только домашними делами. Надо было приготовить на обед, на ужин. А я сразу готовлю, то есть я ставлю. Приготовила сегодня картошку, потушила с курицей, потом сварила внуку. Он очень любит ньокки, суп с ньокками. Это такие, как, ну, клёцки с сыром, с яйцом, на манке. Ну, такие они очень приятные, очень вкусные. И с шампиньонами. Вот он у нас прям вот фанат супа с шампиньонами. Очень любит. Вот. И еще сварила борщ. Ну, то есть я как бы люблю заходить на кухню продуктивно. Я зашла туда и приготовила сразу несколько блюд, чтобы потом уже заниматься своими делами. Ну, еще в перерывах я повязала, еще я поставила стирку. Вот, а сейчас я могу спокойно повязать. Сейчас я хотя бы немножко повяжу, и потом хочу посмотреть письмо. Принес почтальон письмо мне от коллекционера в Минске. У нас есть такой коллекционер, я у него заказываю. Ой, я сейчас, наверное, отложу вязание, потому что сама хочу посмотреть. Получила я от него каталог от этого коллекционера. Довольно внушительный. Он занимается в основном семенами томатов. Но у него есть еще там и зелень, и перцы, но в основном томаты у него. Вот это вот все томаты. Сейчас я посмотрю. Скажу вам, сколько. Так, это что? Так, еще томаты. Томаты идут. Сейчас скажу, сколько же у него томатов. Так, 650 сортов томатов у него. Вот, вот тут у него... Он обозначает количество томатов. 650 сортов томатов. Каждый год у него добавляется. Я же вот только выписала томаты у него не так давно. Ну, с учетом того, что я буду сажать в 23-м году. И снова я так вот смотрю сейчас. Потому что выписываю не первый год у него. Очень-очень много добавилось новых сортов. Буду смотреть, и захочется, конечно, что-то еще заказать. Хотя я не все высадила вот предыдущие томаты. Потом вот после этого я получила от него посылочку с сортами томатов. Я там очень много, в основном крупноплодных, заказывала. И перед этим я заказывала вот у него гномы. А сейчас я смотрю, гномы еще больше расширились. Вот они, гномы у него. Вот мне, кстати, очень понравилось из всех жар-птица. Потом красное дерево. Очень сладкий. Потом понравился гном
Присханы, довольно крупный, до 400 грамм. Что мне еще понравилось? Я еще напутала. Вот. Как-то у меня так не очень удачно этот год, что я много сортов напутала. Ну, где-то получилось так, что у меня не тот маркер использовала, не тот маркер. И надписи смылись, а где-то потеряла. Вот гной фиолетовое сердце понравился очень. В общем, я посмотрю по своим записям. Я все-таки чего-то там записывала. Очень интересные сорта, вот это направление. Гном томатный, они отличаются от обычных томатов и достаточно урожайные. Не знаю, как у кого, у меня они были вкусные, в основном вкусные, но не все урожайные. Но тут я, конечно, в первую очередь виню себя, потому что не всем хватило места такого нормального, где солнышко и питание хорошее им бы поступало. В общем, как-то вот я стараюсь не обвинять, да, вот многие там, о, я этот сорт больше не посажу, о, я этот томат больше не посажу. Ну, ребята, я считаю, что у каждого свои руки, как выращиваете. У каждого свой подход к выращиванию, у каждого свои вкусы и предпочтения. Так, я сейчас гномы. А это что? Это я раньше. В общем, я все сложила, наверное. Большое сердце дяди Инча я садила. Так, большое сердце дяди Инча. Сажала, не сажала? По-моему, сажала. Дядя Степа сажала. Так, что-то я не пойму. Так, это тоже, это Черногория. Это я сажала год назад. А, вот минусинские бычки. Это я сажала в прошлом году. Это... Так. Короче, я сложила, наверное, от... этого коллекционера сюда все то, что он и прислал мне вот этот раз. Гномы, это то, что я выписывала предыдущие. Так, афонские, кстати, афонские классные. Гиганта Зента Сэми тоже классная у меня была, такой крупный томат, вишневый коктейль хороший. Гном сияющая красота. Вот не помню, какой он. Угу. Да, это не то, что вот я не тот конверт нашла. Представляете, какие запасы громадные. Где-то у меня лежит этот конверт. Там только-только вот эти крупноплодные. Да, вот нашла я тут на этом конверте. Начиркала уже что-то, расписывала ручку, что ли. Вот они. Это же ужас. Это же ужас, сколько же у меня их. Я сейчас посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. В общем, я посчитала 36 сортов. Представляете? 36 сортов, все крупноплодные. И еще вот у него сейчас добавилось, в общем, я не знаю. Канадское наследие, сердцевидные, желто-оранжевые, малиновые, до килограмма. Перцевидные бочонки, интересно. Хеллоори Аджария, до 600 грамм, сейбр. 800 грамм. Но я говорю, что я так, козула там у меня еще есть. Я в этот раз решила только крупноплодное. Сейчас посмотрела вот в каталоге. У него опять добавили всякие. Я вообще фанат крупноплодных томатов, поэтому вот ирландский ликер.
крупный тоже. Я люблю зеленоплодные томаты, они самые сладкие. Фиолетовый собачий ручей, крупноплодный. Так, томат Hazel May, плоды оранжевые с розовым румянцем, до 500 граммов. Это же вот не просто так надо, я обычно ищу по интернету, ищу какие-то сведения об этих томатах, какие они, отзывы читаю, все. Настолько интересно. Толстяк из Потонесса. Толстяк из Потонесса. Высота 1,5 метра. Темно-красный до 300 грамм. Сердце Бельмонте. Сердцевидный до 400. План из 9 космических пространств до 400. Большое сердце дяди Инчи. Видно, мне понравилось, потому что я сажала в позапрошлом году. Выписывала у него, а семян, наверное, нет. Поэтому я снова заказала крупный. Облицовка до килограмма. Иранское чудо до 800 граммов. Дедушка Эшлок. Коричневый с зелеными полосками. Интересный, 400 грамм. Джорджия полосатая до 500 грамм. Итало-американский от Гольдмана. Грушевидные. Ой, какие это красивые должны быть. До 600 грамм. Клод Браун до килограмма. Так, козуля 179 плюс зебра Волта. Это от польского селекционера. Женщина, по-моему, делает вот эти вот новые сорта. У нее направление вот это козуля. И козула или козули, кто вот читаю, слушаю, все по-разному называют. Так, козуля 183, персиковый цвет до 600. Козуля 56, тоже крупноплодная, темно-розовая. Биколоры козуля 72. Так, а еще мне вот тут козуля раньше попалась. Козуля 25, у нее по номерам, очевидно. Плоды округлые, плоскоокруглые, биколоры до 600. Медная река до 400. Минусинский бочковой, таки я его, видно, заказала. До 600 граммов. Обед влюбленных 300 грамм. Биколоры тоже похожи. Знаменитое бычье сердце до 600. Восьмое чудо цвета, желто-зеленые, до 500 граммов. Я сначала подумала, вот у меня есть чудо света, они как лимончики, но они небольшие, а это крупноплодные. Так, пастельное сердце оранжевое, до килограмма. Катюша, малиново-розовые бочонки, до 300 грамм. Оранжевая ягода с вытянутым носом, оранжевый 200 грамм, немецкий красный бабушки Контрелл с двумя L на конце, до 700 граммов, округло-плоские красные, ванские розовые до 400 граммов, заостренное сердце Марика, плоды сердцевидные красные до 400 граммов. Не знаю, даже такие первый раз слышу. Так, и выставочные какие-то до килограмма. В общем, вот. Вот это, представляете? Вот это, если я даже по два корня посажу, я, получается, займу две теплицы. Но я еще что-то могу высадить в грунт. У меня там две грядочки. Больше я не могу. Вот, а еще хочу же я посадить гибриды. Еще же у меня, ну, это я вот новые семена уже заказывала себе от фирмы Саката. Это капусту уже. Так, это от АПД, который, я так понимаю, закрылся, что ли, торговый дом АПД. Этот дайкон заказала. Потом вот тоже гибриды от Саката. Так, чешские семена. Но это вот
у меня тут все вперемешку. Вот тоже Чехия, там и АПД, и так, Барби гибрид. Так, 140-170 грамм. Это вот белорусские семена. От Сипсада мамонтенок. Еще одна капуста, брокколи. Мы очень любим брокколи, поэтому выращиваем практически. Вот я стараюсь разные, много. И запасы на зиму делаю, и мороженое, в общем, все. Капуста, брокколи, монако. Это тоже белорусская. Так, до килограмма головки у нее соцветия. Потом еще, так, это кто? Это не наш. Это у меня. Откуда, откуда? Чехия, тоже Чехия. То есть у нас здесь продаются чешские, польские семена, семена из Чехии. Перец-закуска с фруктовым вкусом. Вот почему взяла, видите? Перец-закуска с фруктовым вкусом. Можно так резать и на салатик. И, в общем-то, это невысокое растение с небольшими плодами. Но очень сладкие. И толстые стенки 3 миллиметра. Да? Но это не очень толстые вообще-то, да? Ну да. Ну ладно, в общем говоря, сладкие. Я, кстати, в прошлом году выращивала морковку чешскую. Она у меня осталась еще половина пачки. Семян не хватило на две грядочки небольшие. Но такая морковка была сладкая. Супер. В этом году хочу ее опять посеять остатки. И буду смотреть, где бы ее еще купить такую. Морковочку. Забыла. Ну, чешское какое-то название. Очень вкусная морковка. Так, и салатик. Королева льда. Вот это из Польши. Семена из Польши. Крупноплодный такой. Качанный, хрустящий. И ранний. Обычно вот эти все качанные, они же все поздние. И буду подгребать все свои семена салатов смотреть, потому что торговый дом АПД, он сейчас не закрылся, что ли, я не могу там зайти на сайт, а я обычно у них покупала все семена салатов, и вот опять-таки надо выращивать растения и на семена, вот особенно там салаты, морковка, которая понравится. В этом году я буду выращивать вот эту чешскую морковку на семена, обязательно посажу. Потому что, ну, супер морковка. Просто супер. И на салаты я вот у торгового дома АПД брала. Салаты шикарные. И если они закроются, я больше таких нигде не видела. Где они, откуда они их привозили, даже не знаю. Вот, ладно, громадное видео получится. Довяжу, в общем, вяжу. Я уже довязываю один рукав. На кардигане на своем. Остался мне второй рукав набрать, довязать второй рукав. И, в принципе, потом буду уже показывать и рассказывать. А так, ну что-то еще. На манекене на мне немножко я показала. Если будет видно хорошо, я сюда вставлю. Если нет, то уже, так сказать, буду снимать, когда довяжу все полностью до конца, доделаю. Покажу уже на себе. Давайте будем прощаться. Всем девочкам большущий новогодний привет. Всем здоровья, всем мира, всем счастья, всем удачи, благополучия, всего самого хорошего. Давайте до следующего видео. Вот, видите, что у меня тут сварился борщ. Борщ обалденно вкусный. Да еще у меня вот такое вот сало. Такая грудинка шикарная. Вот, так что я сейчас как сяду, как наверну вот этого борщика вкусного. А там у меня каталог виднеется. В общем, я буду попутно изучать, что у меня там. И, наверное, отмечать, какие бы я хотела сорта томатов взять. Вот, так что вот у меня вот такое красивое окончание видео. Вот. А на улице смотрите, что у нас делается. Сейчас мы пообедаем и пойдем гулять. Вот, ну все, на этот раз всем пока-пока.
Всем хорошего настроения, вкусного борща. Вот, кто умеет варить. Всем всего хорошего.